Учитель – это не профессия, а призвание. Это надо показать и доказать членам жюри, участникам областного этапа конкурса «Учитель года». Первое испытание – креативно рассказать о своем педагогическом кредо. Каждое выступление похоже больше на шоу талантов, чем на соревнования педагогов. Кто-то поет, кто-то врывается на сцену с танцем, а кто-то удивляет своим интеллектуальными способностями. Сегодня буду рассказывать про 5 суперспособностей, которыми обладает каждый современный учитель. Профессия я уже 5-й год. Наверное, в выборе моей профессии помог мой наставник. Это также мой учитель истории обществознания Мотина Людмила Владимировна. Она проявила интерес именно к предмету истории и вообще профессии педагога. Оценивают участников опытные педагоги, методисты и победители различных престижных профессиональных конкурсов. Также этапы соревнований будут оценивать коллеги и жюри, состоящих из детей и родителей. Смотреть будут не только на хорошо выполненную работу, но и на личные и профессиональные качества. Ну, первый, наверное, это учитель-лидер во всех, наверное, позициях. Человек, который должен хорошо знать свой предмет, любить детей и уметь научить, наверное, передать свой опыт. Чтобы попасть в число лучших, нужно пройти несколько испытаний. Необходимо провести урок, сделать это интересно, ярко, но не отходя от тематического планирования. Затем представить внеурочное занятие на тему, выбранную конкурсантом. И уже после вот этих 3 конкурсных испытаний, которые я перечислила, мы выберем лауреатов, тех, кто пройдет следующий тур. Лауреатов в этом году по положению у нас 10 человек. Для них предусмотрены конкурсные испытания, такие конкурсные испытания, как пресс-конференция «Вопрос учителю года» и мастер-класс. Они дают мастер-класс, то есть они представляют какую-то свою педагогическую находку и делятся этим со своими коллегами. После 2-го тура в финал пройдет только 5 участников. Заключительное испытание состоится 24 марта, после чего выберут победителя областного конкурса «Учитель года». Лучший участник представит регион на всероссийском конкурсе. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.